какой-то ботус. Такие мешки. У нас раньше мой слип был какой-то. Я когда в общежитии жил, там потом 39, у нас был один большой, один маленький. На большой включали только когда кто-то мебель перевозил. Надо было идти к коменданту и просить ее, чтобы она включила большой лифт. Только на время перевоза мебель включали. Тут не видно вообще. А тут видно чуть-чуть. Даже. А это справедливо. Что ты делаешь-то? Рабочего поколения, металлического там подпуски или нет. Mm-hmm. У меня такие же на рабочем. Повезло нам. Там, по-моему, получше вид предыдущего. Смотри, вот в этом доме на втором этаже, на общем балконе, кресло. Ага. Вот, кстати, одно время на Секиресе было кресло между 11 и 12. А, ну да, припоминаю что-то. Ты заходишь в подъезд, где это, ну, на общей лестнице. Ну да, ну вот, да. Okay. А, ладно, не буду снимать. Вот такой вниз. Наверх не буду даже трогать. Ну что? Вниз поедем. Ну, хочется мне вот с таких мест уходить, не хочется, потому что